Трое молодых парней, организовавшие нападение на сотрудников ДПС в Яндере, по предварительной информации, были прихожанами этой мечети города Карабулак. Пятничный намаз вместе со всеми сегодня здесь совершает и глава Ингушетии. В своей проповеди имам отмечает, никто не имеет права убивать и покушаться на жизнь людей, какой бы религии и конфессии они ни относились. Юнусбек Евкуров призвал всех прихожан прислушаться к имамам и богословам. Терроризм к исламу не имеет никакого отношения. И истинные ценности религии надо донести до всех, особенно до молодежи, отметил глава региона. Об этом говорят и в Алиюртовской мечети. Истинные знания о нашей религии никогда не позволят человеку встать на путь терроризма. Пятничную проповедь имам Иса Тичуев начинает с хадиса пророка Мухаммада, мир ему и благословение Всевышнего, в котором говорится, люди должны сторониться семи вещей, к которым относится убийство. Далее Коран. Ман катала нафсан бигайри нафсин ау фасадин фил арди, факаанна ма катала наса джамиа. Ман ахьяха, فكأنما أحيا الناس جميعا سجلين سك
سجن صندوق اليخوش واتش أو فساد في الأرض يلات بوهم بيج واتش والسجن سك سحنا أطربي عالشة لات تعمل وش والسجن شارع أطربيز وصل بكرس لات تعمل والأدم دين شارع أطربيز سو حد يعشق أنجح. Нападение на сотрудников органов правопорядка, взрыв, самоподрыв – эти страшные слова вновь раздаются по республике. В свою очередь имам Магомед Салих Тичоев отмечает, что жизнь, душа, физическое тело, да и весь окружающий мир – все дано Всевышним во временное пользование. А истинный хозяин всего Аллах, и только Он имеет право лишать кого-то жизни. جهنم زورت بيوخدال زورت بيوخدال تنبيقم خالدا فيها دائما استجورت خقولش وغضب الله عليه الله يغزوتن ولعنه دال نالتوالتن وعبدله عذابا عظيما الله دوخدوز عذب كيشدو تسقى. Каждое слово имама внимательно слушают. Большинство среди прихожан – это молодежь, которые, бесполезной трате времени, предпочитают добиваться довольства Всевышнего, прислушиваться к старшим, не пропускать пятничные встречи. Имам не устает повторять, насколько тяжелым грехом считается убийство одного человека в исламе, которое приравнивается к убийству всего человечества. Терроризм вне ислама и не может быть даже неверной трактовки религии Аллаха. С этим мнением согласны все прихожане мечети. تن عودل تن علیل دی هم ده از حقل دل تن آخری دین دل تن علیل دی هم استاد چون حق زر زلم دیسک وسکو زلم دیسک جوجا خوگو زلم دیسک تا دلیر چون خل شپا عدت دل گرد دل الچن گرد چون قخیتم بعد چون خل دل الچن شپا عدت چون خل دل ماست او از نیه ماست او از آخر دخوش حدیش در. Больше 10 лет Усман Ганиев является смотрителем мечети. Большую часть своего времени он проводит здесь. Усман считает, что некоторые наивные молодые люди ведутся на поводу у лжепроповедников в просторах интернета. Тогда зарождается эта смута в сознании. У имама же созулом ходуашат интернет. Кейшна, бокол созулом ходуашан. Что там надо ходить, да, что вы, вы мягко, а он на боже бушан, ваш даден на خاطر جواب بود. یا هرچه از تو نختیش می‌بی، از قنال دیسات واس. وشت دیسات هر بیسم حدیثش دوستش واش خدیت لج دیسات وشت دی هنرش دخسوم دیانس. Тема терроризма обсуждалась сегодня во всех мечетях республики, а в центральной мечети Назрани проповедь завершили коллективным дуа по погибшим и раненым от рук террористов. وکیرا دیال خیلی دبیرش نیس بمباره وقتی نه آن مشکلتر اسرائیل شتون ولش و میل سنیر ور از دال گیش دل صو دال یوسف مال آل صو ول شتون این حق هزا کرد بین نه ملکه بیش بول به بی دال گیش دل سریا مسنیگ. Объединившись воедино, мусульмане Ингушетии показывают, что терроризм в любом проявлении неприемлем. Нападение на пост ДПС в Яндере – это преступление против всего народа. И бороться с этим злом мы должны вместе, сообща. Юсуп Гелисханов, Рахман Цуров, Новости 24.